Здравствуйте! Сегодня 7 октября, день рождения Владимира Владимировича Путина, 2019 год. Мы с вами находимся на выставке достижений народного хозяйства. К сожалению, уже неделю назад все перегорожено. Ну что, девчонки, попали прямо в кадр. На работу пошли? Работаем. Давайте, счастливо вам. Вот арка. Мы с обратной стороны входа стоим. За ней идет гостиница «Космос». Вот сейчас я покажу вам гостиница «Космос». Там должен бить, ничего нету, к сожалению. Вот за этим павильоном, короче, который Союз Советско-Социалистических Республик. А за ним фонтан Дружбы Народов, все 15 республик, в виде статуи женской фигуры из золота чистого. До свидания.